Наконец мы дошли Хотылёво, укромное место, где через ров идет мост 200-летней давности из кирпича, арочной формы. Многие о нем слышали, находили единицы. С большим трудом, сквозь луга, поля, леса с комарами, мы дошли до него. Место интересное, запахи такие кругом. По одним раньше тек ручей, и над ним был построен этот мост, еще до революции. Потом тут дороги перестали, заросло все, и про этот мост совсем забыли. И он стоит, забытый. Горбатый мост такой интересный. Только самые знающие люди усадьбы Хотылёво могут к нему подойти и показать. Остальным это место неведомо. Кругом густые заросли, пение диких птиц, следы диких животных. Там внизу Десна, заброшенная луга. Сам мост порос уже весь дикой растительностью, а обрушен частично. В темноте можно и сломаться. Кирпичи вываливаются уже. Вниз ведет довольно крутая опасная тропа. Но мы спускаться не будем, сейчас снимем его с берега. Отойдем немножко в сторону. Густая буйная растительность везде. И вот он, один, как в сказке. Вот такая красота. Тихая, спокойная, мало кому известная. Солнце слепит, гроза немного. Совсем ослепляет фотоаппарат. Вот мы под этим строением. Даже штукатурина внизу, видите? Века не разрушили его. Тут раскопки вел подпольные. Частично ров уже засыпан. Такая радуга каменная. Радуга из камня. Сюда хорошие проекции для съемки.